Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Что за пухнутый? Там уже что ли? Блин, на горке не покатаешься. Ну, здесь не видно только. Что у нее за электрогрузовик, который ее выдерживает? Такой маленький, а ее выдерживает. Да куда ты так быстро разряжаешься? У меня камера просто начинает за секунду разряжаться. У меня уже последнее деление. Оп. Сетка. Перевязали. Бебра. Я могу, в принципе, фактически даже отсюда прыгнуть. Но мы на камере. Она может выпасть, потому что надо держаться двумя руками. Ладно, одно башкозы. Это было не про... Опа, палочка. Эй. А знаете, что здесь можно поделать палочкой? Сейчас я вам покажу. Палочку можно поделать. Вот. Так вот. Непон осуждала чекпунта. Кольца. Для меня уже слишком низкого есть канат на месте, который не болтается. На таком не покатаешься. Ведь
Там можно залезть на эту крышу. Тут опасный мостик. Я уже умела по нему проходить без рук. Да блин, что ко мне приставишь? Кусочек маленькой палки. Гонщик нелегальный. Арарай. Балансирую. Так, пойдемте с вами наверх. Сейчас залезу к вам. Всем привет. Ему надо, да? А вот да ходи, беги. Да, я блогер. Все. А из Махапи Дэй. Ла-ла-ла-ла-ла. Можжевельник, можжевельник, можжевельник. Колючий можжевельник. Не такой уж прям, чтобы колючий. Довольно колючий. Ветер дует. Сюда можно залезть, наверное. Кончик нелегальный на скейте на своем. Ребята, сейчас я вам покажу. Вот здесь песочек. Ну, кстати, ребят. Хамуда Хабиби. Есть вот такие вот крыши, под которыми находятся провода. Вот провода, ребят. Да, у меня на камере есть ночной режим. А еще куда здесь подевалась? Здесь была качеля и вроде бы горка. Вот качеля прямо здесь стояла. Осталась только песочница и друг. Качеля вообще лет коротыш. Что-то с великом нарисован. Давайте посмотрим. Вроде здесь люблю на велике. Краден велосипед. Ага. Не буду его тогда здесь где-то оставлять. Еще одна такая крышка. Колючки. Давайте сюда опять заберемся. Уже 10 минут. Уже 9,5 минут. Наше видео идет. Пам-пам-пам-пам. Тут есть такая вот мотоцикла, на которой можно покачаться. О. Белый какой голубь. Голубка, можно я тебя поснимаю? Это голубка. Снял голубку. О, педали! Уже 10 минут. Тренировка не остановлена.
можно назад походить или вперед. Можно вот так вот поделать. Тренировка приостановлена. Еще одно уже. У нас просто вчера был сильный ливень. Мы везде. Вот обычно всегда после дождей ливень. Вот тут вот лужа. И на конце горки. Тут самые дефолтные места. Девочка бежит. Тут и есть. Да, супер маленькие такие вот штуки. Такие штуки, дырки. На эту крышу я тоже умею залезать. Но тут обязательно нужна вторая рука. Камеру особо не поставишь на эту крышу, потому что она очень наклонная, под сильный наклон. Вот эта крыша дублирует эту. Бонни Дэн. Ориме. Вот. Тень моей камеры, видите? Тренировка приостановлена. Тень моей камеры. Все зеленое пока что. У меня через 11 дней день рождения, 28 августа. Поэтому парокоптер, эта штука тоже для залезания и слезания. Чтобы было поэкстремальнее. О, вот как выглядит со стороны посиделки на крыше. Тогда я с вами тоже... Питя! У нас дома. А тут кустик. Хеликоптер, хеликоптер. Парокоптер, парокоптер. Хамада хабиби. Где был? Так вот, оп. Завершено 1 километр. Длительность 14 минут 15 секунд. Я уже 1 километр выходил. Прошло всего лишь 14 минут. Ожидаемое общее расстояние километров 1,41. Ебра. Тренировка возобновлена. Вмятина в земле. Что? Что здесь песок делает? Оно вот там должно быть, а не тут, а. Стенка. Стенка небольшая для лазания. Ну, дурку это не смогу сделать. Тоже. Две минимум. Влог уже. О, моя камера заряжалась 2 часа, она уже села. Ебра. Мы, возможно, продолжаем съемку пока что. Ой.
тут вот есть такая вот лесенка, вторая, можно полазить. Моя палка оказалась в мусорке прошлой. Я хочу лопат по этой постель. Опа! Тут есть палки от березы. Вот, давайте возьмем эту. Тренировка приостановлена. И начну. Где? Что тут за дырка? На дереве повисло секунду и 4. Это наша деревня. Съемочная. Вообще не понимаю юмор камеры. Она вроде разрядилась, а уже 2 минуты снимает. У меня еще даже не последняя была. У меня, наверное, все же аккумулятор отошел. Ну да, он был не до конца вставлен. Чуть-чуть вообще капелька так еле касался. Вот, наверное, почему это произошло. Вот козочек. А где их скейт, самосвал? Еще почти 20 минут будет. Теперь я не могу сказать, сколько мы гуляем. Просто у меня сейчас запись идет уже 2 минуты. 3. Ну, мы почти 20 минут нагуляли. Бум! Жестко таганул называется. Парокоптер, парокоптер. Хеликоптер, хеликоптер. Парокоптер. Ты ломаешь. Ты ломаешь, ты ломаешь. Ты ломаешь. Я не ломаю качели. Я трюки делаю. А она ломает скорее скамейку своей жирной пятой точкой. Оскорбление сотого левела. Let's go! Оскорбление сотого левела, let's go. Палка, это настолько грязная, что ты до сих пор грязь. 6. Я с земли все же подобрал. Вчера был сильный. Земля такая довольно влажная. Довольно влажная. Поэтому наша мощная бедра. Тут есть кирпич. Здесь такая вот непонятная штука. Для чего она нужна? Идеально. Идеальное приспособление для нее это паркур. Паркур, паркур. Я уже камеру как только не держал. Еще остался за дисплейчик держать, чтобы он отвалился. Что это за? Да, осуждаю. Осуждаю такое.
Такие рисунки, ребят. Не надо такое рисовать, если это кто-то из моих подписчиков или зрителей. Так, ребята, запись продолжается 6 минут, а у меня еще половина батарейки пришла. Камера. Нормально. Вытащил и вставил, аккумулятор называется. Сразу зарядился. Так, ребят. Еще подделал. Наш ролик уже идет минут, наверное, 24. Сейчас достат. Достаточное время идет. Время пребывания ролика. Прогресс. Внимание! Баланс на кучели. О, смотрите, какие это камни. Видно, мягче, чем... Бебра! А, ну, есть такой тренажер. Такого я не ожидал. Я думал, не будет так. Есть вот такой вот тягач тренажер. Вот так вот. Ставишь сюда ноги, я так понимаю. Опираешь их и начинаешь тягать. Но у меня только одна рука. А, вот так вот сопротивляешься ногами своим рукам. Все понятно. Есть вот такой вот и вот такой вот тренажер. Сейчас я вам покажу, как на них заниматься. Сюда будет только камеру поставить. Тренировка возобновлена. Я бы ее приспособить. Запись, камон, уже 9:30 идет. Ну, с ролик где-то уже минут 27. Ребят, хотите погамаем на крышу? Эй, мониторчик. Такой бабиный мониторчик, он с первого раза не хочет иногда. Переворачиваться, делаться зеленым. Что-то я не переворачиваю. Цвета инвертирую.
машина переворачивается. Так, все, давайте залезаем по гамаке. О, давайте попробуем здесь. Нет, здесь, наверное, не получится. Теперь придется по стайрингу пахнуть. Тренировка возобновлена. Гамаем. Тут открывается отличный обзор. Но еще лучше обзор открывается здесь. Это, давайте вот так вот есть ножки. Мы можем ими поболтать. Полюбоваться моей ранкой из Оренбурга. Да. Так. Я не бебра. Завершено. Километров 2. Длительность 27 минут 17 секунд. Текущая скорость. Все, ребята. Принято решение побалансировать. Не получается с первой попытки. Ребята, ребята, ребята. О! Как бешеный лунатик. Давайте повеселим. Будем веселиться. А если кнопка крас? Не надо. Будем веселиться. А если кнопка крас? Не надо извиниться. Я. Вы тоже нажимайте на кнопку подписаться. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если хотите получить бесплатное сердечко от Пататошки. Ребят, короче, пишите комментарии и получите бесплатное сердечко и лайк от меня. Можете потом похвастаться другим. Эй, так, ребята, пойдемте еще балансировать. Тренировка возобновлена. Подснимем голубя. Подснимем голубя.
Ну, погоди. Погоди, давай решим вопросы. Отснимем воробья. Вот с ним много воробьев. Воробьи меня испугались, кого звука рулить. Только один воробушек остался. Тренировка приостановлена. А нет, их 4. Кто помнит Болтика? Ноги качать. Моих, чтобы дотянуть до низу, просто не хватает моих длинных тела. Баба. Так. Палочка. Вот есть палочка. Нужно опять погреметь. Погремел знатно, да? Я не могу. У нас еще 18 минут запись идет. У нас уже минут 40 прогулочек. Давайте расскажем. О, ребят, хотите вас покачаем? О, отсним голубя. Погоди, голубь, давай решим вопросы. Ну, давай решим. Голубь, погоди, давай решим вопросы. Важный вопрос. Отсним нескольких голубей. Отсним сразу двух.
А с ним голубя, часть восьмая. Вас поставить, подписчики. Не знаю, куда вас поставить. Тренировка возобновлена. А то я вам хочу станцевать. У меня камера не хочет стоять. Она везде не подходит по размерам. Для нее нигде места нет. Окей. Планковка. Все, сегодня я танец закончил. Заткнись. Сим-сим, заткнись. О! Тренировка возобновлена. Давайте покачаемся на качалку. Ладно, ребята, включусь, когда покачаюсь. Так, я еще не покачалась, но это просто качать тут. Погнемте к вам. Так, так. Все, они. Так, покачался. Буду. Или. Знаете. Сейчас только водички попью, подождите. Я попил. Теперь можем продолжать наше видео. Давайте балансировать. Тренировка приостановлена. Что Ребята, вы что? Если кто-то не понял, я прошел по луже. Так. Сейчас бы мне опять палочку найти. Опа, чик, вот, найди.
Это уже такая длинненькая палочка. У меня звука вообще нету. Плохая палочка. Вот такая подойдет. Давайте вот так все же. Как мы ветку заполняем. Хотя она сама ветка. Тренировка приостановлена. Мне так кажется. Так. Ой, она какая-то. Тренировка возобновлена. Так, если не как раз она слишком длинная. О! Самое то. И вот так вот можно и сделать. Вот так. Как вам, ребята? Как вам звук? Еще один кусок отлетел. Вроде такая толстая, а такая непрочная. О, давайте вот это вот маленькое. Это лампа. Подсним голубя. Так, ребята, подсним голубя, часть 19. Голуби лежат. Ломаю. На этой меня покачаемся. Тренировка приостановлена. Тренировка возобновлена. Так. Мы встали вообще наоборот. Не сели. Мальчик. В майнкрафтовской майке. Может мне сделать свой мир? Как вам будет? Купить? О, подсним голубя. Часть 58. Переключились на другую подъезду. Так, сейчас я опять попью. И еду. Плейчик угомонный.
Тренировка. Ребята, мы еще зайдем на почту забрать антистресс-спиннер. Если кто-то смотрел шортс обзор антистресс-игрушек, то там еще выпадали спиннер, но он только сейчас пришел. Я, кстати, могу управлять камерой дистанционно. Вот давайте мы ее сейчас поставим куда-нибудь. Например, вот сюда. Сядем на качелю. Могу ночное видение включить. Могу приостановить запись. Вот смотрите. Могу вообще выключить запись. Могу сделать приближение. Все самое главное, нужно управлять именно в объектив. Последнее отделение, пора идти на почту. Все, ребята, мы идем на почту. Тренировка возобновлена. А тот, где мы забирали, да? Да. Пойди, мне кажется, сейчас не спит. Что вы, мой клиентка? Лакина макарата река макара каптекши махатапа. О, ма. Бабульки. Самокат на велосипеде. Ура, озарил. Кочки. Сейчас бы тут на велике прокатиться. Или на сигвике. На сигвике я себе колеса отбил, да? Раз в колесах моторы, значит, и моторы тоже. Километров 4. Нам в то метро переходить, да? Тогда чуть попозже. Чел на мотоцикле, какая-то яма с грунтом. Это самоубийца у нас. Мы сейчас уже подходим к метро. Две больших камеры. Гигантскую камеру. Смотрите, это как у меня камера, только она раза в 4 больше. Вот такая вот хики-вижн. Кстати, метро.
Погоди, Мэн. Ничего не снял. Здесь с вами можно перегонки устраивать. Реально, зачем он такую длинную сделали? Отдохнуть. Да. Ну там же нету такой. Передышечный. Трассы нету. Как видать, мы уже подходим. Мы уже совсем рядом с почтой. Здесь уже много чего забирали. Микроскоп, микроигрушки, да? Ребят, как вам этот звук? Они там стрекозы летят. Куда-то по своим делам! Вон там уже желтые. Почта России. Мара, что это Почта России, значит, у нас это спиннер должен быть на кусочки разломан после транспортировки, да? Потому что здесь такая транспортировка, то что все коробки жестко мнутся, если они не из стали. Банк. Банк почты. Короче, ребят, всем пока. Стоять на улице. Снимать не рекомендуется. Фу! Так, вызов персонала. Вот и скандеры капают. Много капелек разбивается в эту вот штуку. А, здесь вон уже какая лужа накапала. Капельки активно разбиваются. Куда на камеру? На дисплейчик пролетело. Ладно, ребятки, я пойду зайду. Вы, короче, для вас пойдет микросекунды. Вот посмотрите, вот сейчас запомните время. Вот посмотрите, через сколько мы заберем эту посылку. Вызов персонала тут и не там. Тренировка. А еще мы приступили к ранчу. Почему-то она так захотела. Сейчас. Фотка в Телеграме есть. Сейчас я вам сфоткаю в Телеграм. Будет в Телеграме. Сходите, посмотрите в описании. Подписывайтесь. Тут какие-то ячейки. Не знаю, видите ли вы их или нет. Ну, сейчас лично сфоткаю, как я все вижу. У меня на камеру вот так вот. Ладно, все, выключаю. Снимать лучше не надо. Камеру отберу. Тренировка возобновлена.
А у нас здесь куча контента сегодняшнего. Я уже, наверное, час наснимаю. Ребята, мы забрали. Там электронная очередь есть. Реально там пупырчатая пленка чувствуется. И чувствуется что-то твёрденькое. И там мой спиннер. Уже что-то там нажимает. Может, ты же не слава. Это ее распечатай и положи себе в эту, а может, в эту упаковку несколько выбросит. Погоди. Смотрите, ребята! Так, это мы мусор... Это мы выбросим мусорку сейчас. Обзор прямо на улицу. Вот. Вот тут вот нажимается. Все это крутится. Такая вот кнопочка. Крутилочки. Еще одна крутилочка. Такая крутилочка. Тут опять массажер какой-то для пальца. И так. Так и джойстики. Вот такая вот пилька. Такой вот переключатель. Ну, ребята, мы пошли, короче, домой. Тут реально пупырчатая пленка была. Мы сейчас пойдем домой с этим спиннером. Упаковочку я выкину, а его спиннер сам положу. Вот, тут еще вот такая вот крутилочка. Ребят, кстати, вы заметили, что мы минут 30, походу, были? Минут 20 точно простояли. Кстати, вот этот вот переключатель туго нажимается. Тут массажер. Это кнопочка еще и шарик. Ребята, прикиньте, да? И еще я забыл про вот этот вот. Это реально спиннер. Спиннер антистресс. Пойдемте домой скорее играть. А еще мне нужно выложить это видео, которое, походу, реально на час затянулось.
хранение инвентаря. Дяденька зашел. Слышишь? Привет. Алло. Привет. Мы тут спиннеры забрали. Их побольше ножи. Ну, такая вот кнопочка. Но это не просто кнопочка, это шарик. А? Пальчики массажируют. А вот. Пальчика-чесалка, да? На, я там пойду. Хаска. Хасочка. Хасочка! Хаска! Хасанчик! Хасочка, Хаска, Хасанчик! Спиннер. Не зря я ее так долго ждал. Да? Она уже давно пришла. Через 2 дня уже назад уехала. Ого! А когда она пришла? Когда вы в Оренбурге были? 21 июля, оказывается. Что? Она пришла. А мы 27-го уехали. Так я не поняла, мы где-то в этих числах с тобой те забирали, да? Ну. Наверное, забрали. На следующий день, может, и это пришла. Вот эта крутилка, там то тоже нажимается. Что? Вот это прикольная штучка, да? Сколько такое стоит? Все? Такой классный штучечка. Ты заметила то, что вот эта кнопка намного тяжелее, да, нажимается? Как будто заедает, да? Ну. Да, так вот легко. Прям сложно. Специально, чтобы пальчик, усилие пальчика прилагать. Тут, кстати, есть такая же вот стучалка. По низу пойдем там у нас, да? Только мне кажется, это то, что на спиннере она сильнее бьет. Ой, не на спиннере, а на джойстике. Пади. Камера до сих пор не села. Я на нее уже час, наверное, наснимал. Ну, конечно, у меня на экшн-камерах аккумулятор на 900 мАч, а тут на 1500. Поэтому и держится так долго моя. Тут на площадке еще никого нет. Моя бы экшенка уже дала. Нет, 2, 3, 4, 5. Моя 6. Моя бы экшенка давно уже села, 7.
8. Хороший сегодня влог получился, да? Это я понимаю, гуляю в реальной жизни, вторая часть, да? Я уже пока там разговаривала с папой, успела обзор подписчикам сделать подробный. Тут, я так понимаю, веревочка должна быть. Я походу выбрать. Ну, да и тем более у нас от джойстика такая же есть, да? Нет, нет. А, мы я ее не смогла туда затолкать, она вся разыгрывала. Ну, все равно мне нужна. Мне самое главное, что вот работает все. Тыкни. Почти в голубя. Чёрр. Что такой громкий, блин, грузовик тут? Видите? Дядя стоит на кнопочках. Май. Дядя стоит на кнопочку, не нашел, ждет. Он же так вряд ли начнет зеленый гореть, да? Может, поэтому машина зеленый без таймера горит? Красный с таймером. Ливардик. Кого как одни? Ма, позвонить в рандомную квартиру. Ладно, ребята, камера у меня до сих пор не села. Мешки. Поэтому всем пока-пока. Так.